Работа компаний, организующих финансовые пирамиды в Чувашии, находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Подробности далее. Тысячи обманутых вкладчиков и 300 миллионов похищенных рублей. Таков неутешительный итог деятельности кооперативов и компаний, которые работали по принципу финансовых пирамид в столице республики в течение прошлого и этого года. Сценарий развития событий практически одинаков. Как только набирались необходимые суммы денег, компании просто исчезали с вложениями горожан. Совсем недавно прекратила свое существование и еще одна компания – «Минизайм». Через какой-то период времени просто исчезли. Никто о них ничего не знает. Вывеску демонтировали. Куда исчезли, никто тоже не знает. Люди приходят, интересуются, спрашивают, куда пропали. Но, к сожалению, данной информации мы не обладаем. Пик исчезновения пришелся на конец прошлого года. За последние месяцы в Чебоксарах были возбуждены уголовные дела против руководителей 8 подобных организаций. В данный момент по этим делам проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Если в наступивший срок исполнения обязательств такие компании не выплачивают ни проценты, ни основную сумму вклада, то, конечно, нужно немедленно предпринимать какие-то действия по защите своих интересов. Это либо судебная защита, либо защита путем обращения в правоохранительные органы. Прокуратура предостерегает граждан от вложений в компании, где предлагаются большие проценты за вклады. Ведь вполне возможно, что именно они окажутся следующими в списке исчезнувших. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.